Вопрос. У меня вопрос о том, является ли разговение обязательным или нет. Когда мусульманин приходит в мечеть ко времени закатной молитвы, ко времени разговения, то следует ли ему вначале разговеться, а потом присоединиться к коллективной молитве? Или ему лучше вначале помолиться, а после разговеться? Ответ. Хвала Аллаху. В соответствии с сунной, человеку следует разговеться как можно раньше. На это указывают хадисы. Передается от Сахля ибн Сааде, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Люди не перестанут пребывать в благополучии до тех пор, пока будут спешить с разговением». Следует поспешить разговеться небольшим количеством пищи, чтобы успокоить желудок и подавить чувство голода, а после приступить к молитве. И только потом, если человек нуждается в пище, ему следует вернуться к еде и есть, пока он не удовлетворит свою потребность. Подобным образом поступал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Сообщается от Анаса ибн Малика, что пророк, саляллаху алейхи вассалям, разговлялся до того, как совершал молитву несколькими свежими финиками. И если не было свежих фиников, то сушеными. А если не было и их, то пил несколько глотков воды. Аль-Мубарак Фури в толковании этого хадиса сказал, этот хадис указывает на большую желательность спешить с разговением.